Давайте, может, посмотрим что-нибудь более проходимое, более веселое. Спасти день. Как вариант. Давайте посмотрим, будут ли тут головоломки более логичными. Итак, войти в комнату Зако. А там что-то было написано, что можно было прочитать. Ну ладно, мы уже в комнате. Давайте посмотрим, что у нас есть. И у нас есть книжка. Пока игра Блик Пик. Ой. Дико меняюсь. Классно. Что еще у нас есть? Больше ничего нету. Надо было, наверное, внизу сперва почитать, что пишется в предисловии к комнате. Но как-то я поторопился, но вот у нас вторая игра. Это Ярость драконов. Здесь надо ввести трехзначный код, чтобы открыть. И Пликбик у нас вторая. Две звезды. Так, сложенные джинсы. Подушки. Может, что-нибудь под кроватью? Вот не посмотреть, ладно. Какой-то код. Какой код, пока не ясно. Баскетбольный мячик. Под ним. У нас карточка от умного холодильника. Прикольно. Какие-то кнопочки здесь. Я предположу, что у тебя 5 звезд. У тебя 2 звезды. А ну вот, одна звезда. Нет. Нет. Вот, две звезды. Три звезды. Четыре звезды. И 5 звезд. Отлично. Так, ну со светом стало еще веселее. Так, карточка от холодильника. Открыли. Что у нас внутри? Лапша, немножко напитков. И вроде ничего особо ценного. Но зачем нам надо было тогда открывать холодильник? Вот вопрос. Так, кто-то выбросил старый системник и клавиатуру в мусорку. Кто такой? У нас есть разные пресеты. На что они влияют? А, вот. Типа игрок. Не в сети. 300 тысяч с лишним подписчиков. Он крутой. И 18 градусов. Забавно. Во. Drive by Night. Есть такая игра. А что у нее по отзывам? Сколько у нее звезд? Вот пока не ясно. Ладно. Может, нам надо... Ага. Молоко, пиво и рулоны бумаги. Рулонов бумаги у нас 7. Давайте так и запишем. А, это не запишем, надо будет потом вводить. Ладно, 7. Пиво у нас 5, молока 2. Правильно? Да, давай, значит, 2, 5, 7. Попробуем. 2, 5, 7. Разблокировано. Мы получаем мышку и игру под названием The Exodus Condition. Что мы знаем про эту игру? Вот пока, наверное, ничего. Давайте добавим мышку. Защита, говорит. Можем ли мы что-нибудь? Геймер. Уфер. Тут все так же показывает. И одна пока не помогает обойти. Где у нас еще может быть что-нибудь интересное? За креслом. Ничего не завалялось. Бывает.
Ящики посмотрели. Так, у нас есть две игры. Но по ним не видно, сколько у них звезд. Поэтому пока куда их ставить не ясно. Так, гайд. О, не, гайд нам не нужен. Это прям тот гайд, который гайд. А вот Space Kitchen это 4. Если Space Kitchen это 4, а нам всего не хватает еще одного постера. Так, внизу у нас VR. Можем иметь еще есть. Да вроде нет. Хорошо. Какую кнопку можно нажать? На системнике кнопочек нету. На клавиатуре кнопки с мышками не нажимаются. На мониторе, конечно, кнопки нажимаются. Но надо знать, что вводить. Какой код? Какие-то 5 цифр. Может, количество подписчиков он сделал? Хотя количество подписчиков, оно же меняется. Ну, хотя вдруг это может быть... А, 3. 1. 4. А дальше... 1,8. 1, 8. Нет, это не оно. Занятно. Рядом с монитором кнопочки. Эти кнопочки меняют надписи здесь. Он пишет либо слово... Надо набрать слово геймер. Спасибо. Так, G, A, M. Дальше Е и Р. Класс. Что у нас? Вот мы видим, что Exodus Condition у нас на 3 звезды оценен. Давайте его поставим сюда. Значит, ты у нас сюда идешь. И нам осталось найти где-то одну игру. Мы знаем, что это игра Space Kitchen, но мы пока не знаем, где она лежит. Под подушкой? Не, глупости. Под джинсами тоже нет. Возможно, где-то здесь, но... Что нужно ввести, чтобы открыть этот сундук? Какие-то 3 числа. Давайте представим, что если мы вот эту подсказку использовали... ОФР вряд ли является помощью. Представим, что здесь может 314 код от этого ящика. Мало ли. Нет, не он. Хорошо. Давайте поставим кресло немножко обратно. Посмотрим, на вешалке у нас ничего нет. В ведре ничего нет, из окна тоже ничего не торчит. Нигде. Все проверили, все хорошо. Так. $19.99. О, комбат для нового. Да, вот у него заметка открыта в блокноте. Для нового сундука, значит, пароль 829. Надо просто чуть внимательнее смотреть. Так, 8, 2, 9. Та-дам. И мы получаем третью игру. Пятую игру, последнюю. Она открывает нам проход здесь. Здесь у нас ноутбук, который просто завершает комнату. Ну, вот такая вот маленькая.